Всем привет, ребята! С вами снова я, Бравлер, и сегодня мы продолжаем наши приключения в Бравл Тауне, городе Бравл Старс в Майнкрафте. Вы наверняка думаете: Аид, что это за гигантскую печку ты тут построил? Что это за дымоход у тебя? А это, друзья, не дымоход, это защита от воришек, и такая же у меня есть защита внизу. А вот так вот я все обгородил стенками, а все почему? А все потому, что я построил здесь праздничный стол и обвесил его гирляндами. Я решил позвать всех-всех бравлеров ко мне домой, чтобы мы все вместе собрались за этим большим столом и отпраздновали Новый год вместе. Так что давайте пойдем и позовем всех бравлеров. Надеюсь, будет весело. Эй, бравлеры! Бравлеры, хватит бегать по улицам, а? Вы шныряетесь как непонятно кто, как бомжи какие-то. Ничего ж не происходит здесь. Хоть бы фейерверки кто пускал, никто ничего не пускает. Пойдемте за мной, я там кое-что подготовил. Барли, ты тоже приглашен. Давай за мной. Все сюда. Вон тут у нас ловушки через кактусы, но спайки их всегда проходят с первого раза. Леон, что с тобой? Ты что, экзорцист? Так, сюда забегаем, забегаем, смотрите. Вниз спускаемся. И добро пожаловать в уютную новогоднюю атмосферу. Ну вы там по лестнице не можете спуститься, что ли? Ну, бравлеры, бравлеры. Вот бравлеры такие бравлеры, конечно, даже по лестнице. Вообще, я сижу рядом с Шелли. Это наш диванчик, Бо. Свали куда-нибудь. Да-да, Спайк, ты тоже своими иголками настыкать не будешь. О, спасибо, смотрите-ка, подарки какие-то. Подарки. Ну, смотри, вон, рядом с Би, сядь, познакомься. Ну, что, ты стесняешься, что ли? Вот, присядь сюда. Да садись, не бойся, она не кусается. Ты холостой? И что, ты теперь с девчонками рядом не садишься? Все, а мы с Шелди с тобой будем сидеть здесь. Я очень рад сегодня с вами здесь быть. Прошлый год я встречал с бомжами. Но не подумайте, это ничего смешного в этом нет. Они отличные парни. А этот год я встречаю с бравлерами. Тост, конечно, Бог говорит тост. А, конечно. Новый год — праздник доброго волшебства. Пусть все на свете поверят в чудеса, и пусть каждый получит желаемое. Правильно, Бо. Но знаешь, что самое главное? Здоровье — это главное. Здоровья вам, дорогие бравлеры. Чтоб переломов у вас не было, руки-ноги не болели, а сердечко чтоб всегда билось в нормальном ритме. Чтоб вы, короче, здоровые были, и мега-ящиков вам побольше. Все правильно. Тортики-то чё никто не ест? А, я чё, зря старался? Тортиков наготовил, а никто тортики не ест. Почему? О, просто один тортик скушали. Я видел, там Эль Прима, считай, в соло захавал. Давайте, давайте, шустрее. Спайк, у тебя есть торт? Чё за торт у тебя есть? А, тост у тебя есть. Кстати, такой факт. Ты знал, что у Спайка нету пола? Оказывается, типа, непонятно, кто он, парень или девушка. Потому что убрали все упоминания из истории. Да-да. Да ни о чем, Карим. Тебя тоже с Новым годом. Да, я тебе с первого дня понравился. Ничего себе, я не знал. А я думал, что ты мне только с первого дня понравилась. Оказывается, у нас все взаимно было. Муа. Да мы не шутили, мы не шутили. Братан, расслабься там, шутки-то и не было. А. Ну что, кто что пьет, рассказывайте. Я вот лично лимонад, апельсиновый, вкусный такой. Ты сок пьешь, Динамайк? И что, и как тебе сок? Персиковый. А я думал, из динамитов ты сделаешь сок себе. Ты же типа Динамайк. Ха, ну ты понял шутку, да? Кактусы. О, вот Спайк, Спайк сразу вошел в тему. Кактусы высок. Респект. Респект. Ну что? А это стеночки. Вас, наверное, интересует, что за стеночки у меня тут? А это перегородка. Там просто соседи шумные. Вот, дополнительную звукоизоляцию пришлось провести, чтоб шум не было слышно. Музыку. Нету колонок, простите. Но если кто-то может петь, то запросто. А, что там? Барли что-то кричит. Чего? Дирижабль, говорит, какой-то. Пойдемте быстрее все наверх. Что там такое происходит? Какой еще дирижабль? Давайте, 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 бравлеры, все сюда. Ага. Что это за фигня к нам движется? Это что такое? Там, смотрите, вода какая-то льется сверху. Какого фига? Кто решил на нас воды налить? Не, это точно не добрые соседи. Это фигня какая-то происходит. Смотрите, вон воду начинают разливать. Прям в движущемся дирижабле фигня какая-то происходит. Роботы, я их вижу, это роботы! Роботы на нас спускаются! Бравлеры, защитим наш город, покажем, что им здесь делать нечего! Давайте, давайте, наваляем этим роботам! На, получай, дурацкий робот, а!
Куда ты там спускаешься по воде? Как вообще роботы по воде могут спускаться? Они что, водонепроницаемые эти... Не, здесь, видимо, это последний улетел. За городом там прячутся. За городом надо прыгать с ними разбираться. Ай, ё-моё, застрял здесь. Дурацкие роботы. Ну, зато у нашего города плюс дирижабль. Не знаю, нужен он нам или нет. Но, получается, как Новый год начнешь, так ты его и проведешь. С кем встретишь, с тем и проведешь. Есть такая поговорка, мы его встретили вместе с роботами. Ну, хотя... Это с Барли. А других роботов, конечно, не особо бы хотелось. Да, все загадываем желание. Загадываем желание. Какое желание я хочу? Желание, да даже не знаю. Стать самым крутым правлером, я всегда это хотел. Хочу стать самым крутым правлером. Да, все, я желание загадал, загадал желание. И, в принципе, на этом, друзья, наша новогодняя, последняя серия. Нет, не последняя, крайняя серия в этом году, она подходит к концу. И, ребята, если она вам понравилась, вы хотите больше видосов, то не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на мой канал. А с вами был я, Бравлераид. Всем удачи!